Ну, что тебе там рассказать-то? Спрашивай. Я у тебя этот воблер и мегабас нормальный, нет? Мегабас, воблеры, да. Ой, Вова, ни хера, ты знаешь сколько? Те, которые я покупал по 800 рублей, сейчас по 2000 лежат. Короче, вожу в курс дела. Сейчас в гостях в доме. Четыре коробки с полные с воблерами мегабас. У богатого рыболова. Брать? А почем они? Бесплатно, четыре коробки. Да, конечно, бери. Вова, мегабасы, ты чё? Это офигеть какие. Короче, ну мы сейчас зачистили дома рыболова богатого, дом зачистили. Но... Четыре коробки мегабаса. Да, бери все, что будет там. Ну смотри, только я аккуратно. Я уже взял мегабас. Потом да. Балисонг, Минол. О, вот, да. Балисонг, что еще здесь есть? Что там у него еще? Если леска, крючки есть или плетенка. Ну я сейчас возьму бойцов, еще схожу, посмотрю. А то на коробке с этими. Смотри, аккуратно, да, аккуратно, Вова. Ну, короче, все забираю, да? Да, забираю все. И говорю, если попадутся тебе тройники, там крючки и лески какие-нибудь. Ну, только не Китай. Не, ну я вообще говорю, ну я не знаю, у него там. Ну, спиннинги я не смогу вести, не обещаю. Не, ну бери то, что можно брать там, ребятам кому-то дай на хранение, кто не рыболов. А так, мегабас, да. Джаскал, Лайки Крафт, запомнишь вот эти? Ладно, все, хорошо, возьму. Ну да, у тебя так все нормально, да? Да. Ладно, ты давай там смотри аккуратно, не забудь, что такое растяжки и прочие все сюрпризы. Лазите там, смотрите аккуратно, и чтобы он там мародерство не приписали, блин. О, ну это да, это вроде как трофей, ну смотри аккуратно. Чтобы вас там не фотографировал никто, если что-то не скажет, потому что...